В Ленинском районе в этом году было отобрано 57 участков дорог, которые необходимо отремонтировать. Общая площадь более 136 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день 18 дорог уже приведены в порядок. Районная администрация внимательно следит за качеством работ, ведь деньги на это выделяются из двух бюджетов – областного и муниципального. С подрядчиком ведется работа на то, чтобы они завершали свои мероприятия по ремонту, потому что у нас не только асфальтировка, но, естественно, если они затрагивали газон, каким-либо насаждение, да, растительное вблизи полосы отвода дороги, то, естественно, все работы восстановительные они должны провести. Дороги, которые необходимо отремонтировать, выбирает районная администрация на основании обследования состояния дорожного покрытия. Учреждение МБУ «Дорсервис», оно постоянно обследует их, выявляет участки неудовлетворительные по факту комиссионного выезжания. Мы уже формируем этот перечень. 90 миллионов рублей было выделено дорожным фондом области и 15 миллионов из местного бюджета. Большая часть дорог находится в городских поселениях муниципалитета, 14 в Видном и 6 в Горках Ленинских. Жители отмечают хорошее качество ремонта. Многие говорят, что дороги в районе стали на уровень выше, чем были. Улучшаются дороги, делают. Даже заметно здесь часто по ПЛК. Делают и бордюры в том году делали. 5 баллов. Первый раз вижу в городе 80% новый асфальт. По центральным улицам, да, поменяли асфальт, но во дворах хотелось бы, чтобы поменяли тоже. Ну, слава богу, улучшилось за последнее время. Буквально за последние, наверное, пару месяцев. Да. Спасибо большое городским властям. Срок завершения всех работ с участием субсидий из региона 1 сентября. В дорожном управлении обещают в эти сроки уложиться. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.